Полный кавалер Ордена Славы Нефедов Илья Григорьевич, младший сержант, командир отделения роты автоматчиков. Родился в 1924 году в селе Редиловка Пушкарского сельского совета Белгородского района в крестьянской семье. Окончил 6 классов стрелецкой школы. Работал на стеклоприемном пункте Дмитро-Тарановского сахарного завода. В начале 1943 года был призван в Красную армию и направлен на Воронежский фронт, а впоследствии сражался на Первом и Втором украинском фронтах. Он участвовал в Курской битве, в освобождении украинской земли, в битве за Днепр, в боях на румынской земле. В период с марта по август 1944 года, являясь командиром отделения автоматчиков 794-го стрелкового полка 232-й стрелковой дивизии, действовавшим в составе 40-й армии, за проявленные в боях мужество и доблесть, был награжден орденом славы 3-й степени. В последние дни войны Нефедов получил тяжелое ранение, в результате которого остался без ноги. Инвалидом вернулся в родные края с 2 орденами славы и медалями за отвагу и за боевые заслуги. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта был удостоен ордена славы 1-й степени. После войны, демобилизовавшись в ноябре 1945 года из армии, возвратился на родину, обучался сапожному мастерству и многие годы сапожничал. Умер 9 сентября 1977 года. Похоронен на кладбище в селе Пушкарное.